Все свои обсуждения они пишут вот на этой доске. Дети захватили компанию «Телемикс». Третьеклассники 32-й школы пришли на экскурсию к журналистам, операторам и другим сотрудникам уссурийского канала. Заглянули в кабинеты и редакции, посмотрели на процесс монтажа, попробовали начитать текст у звукорежиссера. Тишина. Дверь редакции «Телемикс» была приотворена, и Мартин, невольно остановившись перед ней, услыхал следующий разговор. Экскурсию по телерадиоцентру провела Виктория Сарада, журналист, редактор, ведущая. Это сейчас Вика – опытный сотрудник с большим стажем. Но пришла на «Телемикс» она еще школьницей и своими стараниями добилась успеха. Потому с легкостью рассказывает слушателям о процессе создания новостей. У детей сразу куча вопросов. А если то? А почему так? А для чего это? А зачем? А почему? И это очень радует, правда. Это очень круто, потому что они в третьем классе, да? Они в третьем классе, большая часть из них после экскурсии сказала: «Я хочу у вас здесь работать». Да дай бог, мы только рады. Прогулка по «Телемиксу» планировалась на полчаса, но заняла в два раза больше времени. Школьники втянулись. Маленькие слушатели вдохновились рассказами экскурсовода и тоже захотели на телевидение. Можно рассказать, например, о чем-нибудь интересном, ну, о всяких приключениях. Что происходит в городе и как живут горожане. Мне понравилось снимать, потому что это круто. Чтобы впечатлений от прогулки по «Телемиксу» осталось еще больше, всем участникам подарок от заведения. Дети плохого не посоветуют, как и Анна Клыга и Алексей Шаповалов. «Телемикс».